Доброго времени. Очень частый вопрос. В последнее время очень частый вопрос. Есть такие люди, которые мне просто просили показать, как править бритву на ремне, бритву с улыбкой, именно с улыбкой. И поэтому, именно вот для тех людей, кто меня спрашивает, я решил снять коротенькое видео и показать принцип, простейший принцип работы. Например, берем бритву. У этой бритвы кромка, острие, само острие, если вы видите, имеет небольшую улыбку. Это очень комфортная вот эта вот улыбка, то есть бритье. Что получается? Берете ремень, вот тот самый волшебный ремень, у которого вот идет гладкая сторона. Я тут с пастой пробовал, но мне самому не понравилось. В общем, работает вот это вот без пасты. Так, смотрим. Прикладывайте бушок. Прикладывать острие без нажима, на бритву не давим. Ремень вот так вот слабо тянуть не надо, просто должен ровно натянутый, но не сильно. Просто вот натянули до тех пор, пока он не стал висеть, то есть ровно, без провиса. А дальше тянуть уже не нужно. Прикладываем бритву, так вот, острие. И вот видите, сначала вот эта ручка немножко внизу, поэтому пяточка идет первая. Пяточка пошла. Потом вот так вот встаскиваете чуть в сторону и кончику. Поняли, да? Потом переворачиваете, так же вот примерно пяточку ее прикладываете. Начинаете тащить, середка, кончик. Вот, середка, кончик. Что-то я объектив не убираюсь. Вот, слегка стаскиваем в сторону. Начинаем, допустим, с пяточки. И на кончик переваливаемся. Просто рукоятка так поднимается, вот эта оправа. И в этот момент она уже на кончике. Вот, торопиться не надо. Вот эта вот скорость вообще максимально комфортная, когда у вас рука уже привыкла к этому моменту правки. А изначально вот этого будет достаточно, вот такой скорости. Раз 30. Плюс-минус. Вообще, считаю, особо много тоже не нужно, но и вредным тоже это не бывает. Видите, стаскиваю, на пяточку прикладываю, приподнимаю вот эту оправу кверху, и она уже идет на середку и на кончик переваливается. Вот. Допустим, это вот такая бритва с вогнутостью. Берем бритву клин, 100%. Тоже вопросы ко мне такие поступают. Где там? Вот бритвка. Вот 100% клин на маске. То есть 100% клин. Вообще вогнутости 0. Что мы делаем? Ремень натягиваем так же, но чуть слабее, чтобы он имел легкий-легкий такой провисик. Прям вот чуть заметный провис. И то же самое. На пяточку прошлись. Через середку на кончик. На пяточку. Так, пятку ложится, так видите, приподнимаю слегка во время движения и стаскивания оправу кверху. И получается, вот так, смотрите, оправу внизу повел, стаскиваю на себя, оправа приподнимается, уже середка работает, оправа еще приподнялась, кончик работает. Все, никаких тут больше хитростей нет. Сейчас я буду делать более размашисто, чтобы вы видели, как это происходит. Вот так правится клин. Чтобы во время движения нажимать на бритву не нужно, но ремень должен иметь легкий-легкий провис. Вот. Сейчас, может быть, получится мне показать, как ремень должен иметь провис. То есть, вот когда вот так вот, он натянутый вот для вогнутой бритвы. И когда для клина. Для вогнутой вот. Все. Думаю, я ответил. Надеюсь, я ответил на вот эти вот вопросы. И проблем у вас, думок, каких-то догадок не будет по этому поводу. Если будут еще какие-то вопросы, без проблем, спрашивайте. Отвечу с удовольствием. Поэтому на этом все.